Это Сергей Павлович. С собачками идет. Мордушку целый день делал. Вот собачки летят. Сегодня 21 августа 2018 года. Вторник. Вот, первый бежит это ураган, который с нами в миссионерских поездках был. Вот они к нему бегут. Опять его собаки там первое место взяли. А это мордушку новую сделали. Виталий тащит Калиников. Верный. Вот не привязанная, трудная команда рядом. Вот сказала, идут рядом. Вот как они. Без привязи, без всего. Не дергает ничего. Каждый день с ними занимается. Верный рядом. Ураган рядом. Верный рядом. Ураган. Ураган рядом. Солнце к закату идет. Я думаю, вот здесь вот поставить надо. Во, вот сюда вот. Верный. Сюда ставить? А вот сюда вот где стоит этот. Там, туда. Видишь, какое затишье как бы. А что там думаете? У меня стоит, ой, там это что, и летят, гращи или кто, галки. Вы считаете, советуете сюда поставить, да? Я не знаю, но ставьте где думаете, я думаю здесь очень удобно. Давайте здесь. Отдельно тут чистое дно было всегда. Вон куда полез. Понятно, он. Фу, какая сюда. Давай. А на той стороне храм наш. Честь священномученика Анфима Никомедийского. Столичного города Никомедии. В 302 году казнен. Ну что, давайте. Попробовать надо. Мы тогда мордушки ставили, до самых-самых холодов залазили в воду. Не боялись ничего. Как-то Бог давал здоровье. Вот тот залился, за ласточками бегает. Да, намажьте. Намазывайте. Гордовину-то зам. А, это у тебя там еще ты замазал так ее? Да. Она, конечно, у тебя большая. Большая эта дыра. Надо поменьше было сделать. Для карпа. Все равно большая. Потом надо будет уменьшить. Я говорил, сделать как тряпочка хотя бы. Ну, сейчас попробую. Иди, гуляй. Трепишная. Так, смотри, чтобы они не полезли туда. Ну-ка, покажи, поставь на пол, как она будет стоять.
Вот так. Надо куда идти. Тихо. Без разницы куда идти. Он наполовину отстал. Холодновато тоже. Иди дальше, 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 дальше. Иди прямо до плечей почти что. Дальше еще проходи. А вот теперь втыкай ее в землю. Хорош. Фу. Воткни, чтобы она не выскочила. Иначе мордушка пропала. Вот это хорошо. Все, а то это... Слушай, ты там это оторвешь ее. Благослови, Господи, помилуй. Давай. Обтряхнись там она. Вон туда, слышь, маленько туда сместись, где он стоит. Около этой травы вылазь. Там нет тины. Тину отгони. Плавок, бутылка полторашка. Ну все. Ой! А ну-ка возьми, забрось дальше. Какой? Верный? Верный, ко мне! Он бросил палку и побежал за ласточкой. Дуралей. Нет, он палку-то несет в зубах. Куда он ее унес-то, глянь? Не видать даже. Гляди, он куда удрал-то, гляди. Он той крапивы. Сейчас маленько снимайте, не меня. Тут луна. Луна. У Расула Гамзатова. Очень хорошая. Не надо туда поворачивать, не поворачивай туда. Смотри, что они, глянь, за бутылка. О! Теперь он им все. А? Мордушку он свалил. Помощник, а? Ты их привяжи. Все, заново лезь смотреть. Кто бы подумал, что он... Иди, фу! Где попорт, ищи. Как он, главное, за бутылкой. Кто его посылал или что? Искушение. Искушение. Думаете, завалил? Вот там уже плещется, смотрите. Гальяны. Что ты говоришь? Уже рыба плещется там. Не, не. Ты в следующий раз их привязывай. Он же рыбу-то пугает. Уйдет туда. Ученые собаки. Они за рыбой полезли. А вот можно приучить, чтобы он колышек этот поднимал. Вытаскивал и нес. Ага. Нет, это не приучить, это Ньюфаундленд мог бы. А вон там какой-то колышек стоит, забросите. Он этот, который давал, то он его потерял где-то. Ну-ка ищи давай там. Пойдет он искать тебя как раз. Вон, смотри. Вот этой палки, если забросить, им обоим хватит. Ага.
Если они сюда побегут, палкой сшибут сразу. О, попёр. Ну-ка, идите сюда. Сережа, наверное, эта палка большая, не надо бросать ее. Не надо? Не надо, он рыбу распугает. Палку унести надо вон туда, к этому, к раздевалке. И там ее под траву засунуть. А там маленькую возьми, около с этой стороны лежит там. Березовые палки. Как они любят носить это вообще? Подальше туда с берега кидай. Врага. Вперед. Сейчас сейчас за ураган. А тот увидал палку-то свою, бросил и к этой. Потопил его. Хорошо, верный, хорошо, молодец. Я за ураган. Ну, а верно-то свою палку бросил сразу, за этой побежал. Ну, как не смеяться? Смеяться-то вроде не надо бы. Ох, как они рвут к берегу. Там тина. На берег вылазят, на берег. Тут еще будут делить ее. Кто-то будет первый отдыхаться и... Близко не подпускай, тут забрызгает аппаратуру. Еще. Время-то идет уже к этой. Вон солнце закатывается. Облака какие. Нельзя, врагов! Нельзя туда. Какая тут природа чудная. Какие вот деревья, кубы какие. Это не выскажешь. Огромные-огромные это поля, деревни. Рядом подъедешь и не знаешь, а это вот бывший детский лагерь, теперь музей, против которого воюет прокуратура Мамонтовского района. Жалко, конечно. Жалко. Сегодня получил письмо из Генеральной прокуратуры, чтобы разобрались, как они будут разбираться, когда все на виду. Среди развалин бывших строений. На навозной куще 9 соток. Ха!
то тихо плывет. Он утопил его. Палку пополам порвали. Палку-то пополам, да? Каждому еще рот-то разинутый. А этот сюда плывет. Другому не отдает. Так он оторвал ее или еще? Или поломал? Вырвал у него, он ураганом утопил. Вырвал? Ну это уже все, считай, пенсия. Тот пошел, оторвал палку. Давайте еще разок. Как раз напротив бывшего лагеря. Я 45 лет был начальник лагеря. Какой закат красивый. Как эти нападают патриаршие священники на меня. Гуруизм. Младостарчество, младостарчество, 80 лет. Почти 60 лет я занимаюсь проповедью, миссионерством по всему миру. И в Америке, и в Европе. Ну, не знают, куда слова прилепить. Да какие же это верующие? Там Духа Святого быть не может на одной лжи. Дух лжи невиданный. Младостарчество, Осипов сказал. Ну это они, когда попы ставят 17 лет, а мне 80 лет младостарчество. Это томская там епархия бунтует. Ну. Сидят как. Ураган, змейка. Змейка. Грызет. Ах, красавица. Ушки топориком. Хорошо, работа. Хорошо. Так, дай. Игра. А ну-ка, Сережа, чтоб подпрыгивал он, сделай. Да, да, да. Дай. Дай. Лежать. Он боится подпрыгивать. Дай. Дай. Да разве их удержишь? Ветер дует. Больше не мочи их не надо, а то холодно ночью будет. Рядом команду как исполняет. Рядом. Без поводка. Рядом. Рядом, и он за ним рядом. А как еще вот как это? Прекрасный день был. Письмо из Генеральной прокуратуры сегодня. Я получил от президента, из Думы.
Совета Министров, отовсюду. И все отсылает краевую прокуратуру. Одно и то же. А на место-то никто не проверяет ничего. Думает, что они тут будут проверять. Верный! Он умеет крутиться за хвостом. Верный не победит его. У него навык за хвостом крутиться. Зубами щакает. Пускай отбирает. У него есть навык хороший крутиться. А он все равно ухватится. Гляди, он с другой стороны начинает крутить. Роган его вымотает. Куда? Роган его вымотает. Верный. Не трожь их, пускай. Отберет или нет? Не дал вообще шанс. В этих соревнованиях ураган Верного выиграл. Так, ураган второе, третье. Потому второе. Что опыт. Опыт его, как говорят. С зубами-то как щакает, интересно. Лишь бы не это. Хорошо, о, молодец, все. Пускай, Сережа. Посмотри, чем кончится. Подожди, Сережа, не трогай. Все, раздели. Каждому, говорит, да, по четвертинке. Ну все, пошли, ребята, домой. Все. Туда не пускай. Воду не пускай больше. А то холодно им будет.